Здравствуйте, дорогие зрители, с вами рубрика Ликбетспо. Польша, Леш, день 4, видео 2. В общем, сегодня утром я решил выбраться в город, посмотреть, какое воскресное утро, после бурной субботы, так сказать. Ну вот, идем тихо, спокойненько. Решил сделать такой небольшой подкаст, выложить, все видели. Что хотел сказать в этом видео, для чего его снимал. Так-то в первом видео там толком ничего не объяснил. Ну, я хотел рассказать, во-первых, по приезду в Польшу, что вам требуется, да, все-таки потребуется вам, в первую очередь, наверное, там стартовый пакет какой-то оператора польского. Они все тут стоят 5 злотых. Купить, оно вам пригодится, там все равно бесплатно будете уже больше общаться, по-моему, первые 7 дней там, на операторах, ну, смотри, какой. Потому что паспорт, да, с паспортом придется не расставаться, будете постоянно ходить. Все делается через паспорт. Даже если будете покупать стартовый пакет, чтобы его зарегистрировали, нужен будет паспорт. Потом, что еще хотел сказать? Язык, да, язык. Без языка, я так понял, здесь сложнее. В принципе, выжить можно, я как бы языка не знаю. Выручает то, что можно украинский, поближе. Ну и английский. Английский по-русски тоже. Редко когда кого можно спросить что-то, чтобы не понял. Ну, тем не менее, как-то обходимся. Потом, что по поводу самого Лешна. Лешна — город довольно-таки тихий, спокойный, я это уже говорил. Ну, по вечерам он бурный. Возле моего общежития там клуб какой-то, самый такой навороченный в этом городе. Сюда даже с Варшавы приезжают. Что, какой-то прогулки, красивый наш. Сейчас идем в сторону центра, я так понял. Какой-то просто священник ходит. Ну, видно. Что еще? Ага, по поводу спортивной жизни Лешна. Хочу про нее сказать. Так как я вчера побегал по городу утром, то был удивлен. Здесь столько спортивных площадок, стадионов. Либо все тут для этого делается, поощряется. Я так смотрю. Велосипедные дорожки повсюду. Велосипед здесь отдельная тема. Здесь, наверное, полгорода ездить на велосипедах, и это здорово. То есть как бы в Олее есть и машины. Даже тех, у кого не есть, но они все равно предпочитают ездить на велосипеде. Это здорово. Хорошая такая тенденция, приобщительная такая. Здесь, не знаю, нам бы тоже не помешало что-то. Если как бы тут нету такого, как у нас, на велосипеде ездишь, нищеброд. Нет, здесь это нормально. Наоборот, когда все смотрят, на велосипеде, красавчик. Да, вот так. Еще. Ага, по поводу девушек хотел сказать, так ехал сюда, многие говорили, поедешь на запад, там нет красивых девчонок, у нас все самые красивые, там они за собой нифига не следят, жирухи, свиньи, нет, ничего подобного, симпатичные девушки тоже здесь есть, встречаются очень часто, ну, то есть так же, как и у нас, кто следит за собой, тот следит, кто меня помнит. Ну, что еще, ага, тоже вот по поводу людей, я заметил, что здесь у многих, наверное, проблемы со зрением. Я ходил, многие в очках ходят, наверное, 30% населения. И даже дети, знаете, такие, погодика 2-3 ходят в очках. Да, вот сейчас мы в центре, тут кафешки. Здесь я вчера вечером прошелся. Ну, было шумно, людно. Я больше люблю так вот тихо, спокойно пройти, там кукушка где-то кукукает. Так, пройтись. Сейчас заснимаю видео, еще погуляю, там пару минут дойду до фонтанчика. Посижу, перекушу, да, пойду в общежитие. Что хотел сказать под конец видео, так уже заканчивать. В следующем видео я хотел бы сказать, что расскажу про цены, зарплаты. Они здесь приятно удивили, вот эта разница в ценах и зарплатах. То есть, по сравнению с нами, в раз 5 повыше здесь. То есть, ну, это уже будет ссылка, наверное, в супермаркете. Зайду в какой-то, или магазинчик, или мини-маркет. Так как я сегодня вышел просто прогуляться, денег не взял. Потом зайду, поснимаю цены, расскажу по поводу зарплат здесь. Ну, и по поводу моего будущего плана поехать в какой-то смежный город со своим другом. Вот. Получается, это будет Ворсов или Вроцлав. Не знаю, как правильно, не научился еще издавать эти польские звуки, ССы. Ну, вот будем там, говорят, это один из самых красивых городов Польши, самый красивый. Так что, думаю, будет интересно. Что-то придумаю на камеру, чтобы было лучше, может, на его буду снимать. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. Увидимся.